Иисус, и принесли его в Иерусалим, чтобы представить его пред Господом. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». «Ибо увидели очи мои спасение твое, это и есть избранный Божий. Будьте благословенны». Когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Каждый год родители Иисуса ходили по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей. «Чей ты мальчик, что задает такие вопросы?» «Он из Назарета. Мы думали, что он пошел с нами. Простите его дерзость». Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. «Чадо, что же ты сделал с нами? Отец твой и я с великой скорбью искали тебя». «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И он пошел с ними и пришел в Назарет. И возрастал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и человеков.